За плечами Валерии Абрамовой уже два прыжка с парашютом. Военной подготовкой она занимается с 2012 года. Как только узнала о формировании кадетского 10 класса в православной гимназии, сразу решила подать документы. В православной гимназии открывается кадетский 10 класс. И мы уже с девчонками туда идем, нас пока только трое. И мы ждем новых ребят, которые будут готовы пройти все испытания, которые готовы прийти к нам. Нам нужно именно мужское плечо, и мы вас ждем. В кадетский класс набирают до 25 человек. В расписании с понедельника по пятницу запланировано 1-2 урока начальной военной подготовки, а по субботам занятия будут проводить в полевом лагере. Изучение воинских уставов, строевая подготовка, огневая подготовка, работа с оружием, тактика, специальная подготовка разведывательных подразделений и воздушно-десантных войск, умение выживания в лесном массиве, далее воздушно-десантная подготовка, то есть по окончанию они все, то есть должны будут совершить 3 прыжка с парашютом, стрельба из различных видов оружия. Учебный план кадетского 10 класса рассчитан на 34 часа по 5-дневной учебной неделе. Он включает углубленное изучение истории 4 часа, математики 6 часов вместо 5 и физкультуры 5 часов вместо 3. История требуется для поступления в вузы МВД, а математика во все военные училища. Такой, я думаю, получится у нас несколько уникальный проект, потому что, с одной стороны, соединение вот этой вот требовательности, дисциплины, развития воли, духа, который будет требовать Павел Анатольевич Наваев, и той внутренней среды, которая сложилась в православной гимназии, а она у нас всегда строится на душевности, на творчестве, на акценте на нравственное воспитание детей, на какое-то эстетическое начало, потому что всегда у нас это в православной гимназии было. Я думаю, что вот это соединение, оно приведет к большому такому интересному педагогическому результату. Дополнительную информацию о правилах приема можно узнать по телефонам 7-55-15, 8-904-787-58-96 и на сайте sargum.ru в разделе «Прием в гимназию».